За две недели в рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке» жители Подмосковья сдали на переработку свыше 30 тысяч новогодних деревьев, что почти в полтора раза больше, чем за весь период акции в 2020 году. Лидерами по сбору елок является русский кластер Подмосковья, в частности, жители Красногорска и Одинцова. Со всего кластера региональные операторы вывезли на вторичную переработку около 11 тысяч хвойных деревьев. Акция продлится до 15 февраля.